Написанный художником Джорджоне около 1506 года портрет молодой женщины или портрет Лауры – единственное точно датируемое произведение Джорджоне. Портрет неизвестной темноволосой девушки Лауры является единственным точно датируемым произведением Джорджоне. Если мы ничего не знаем о героине, откуда же взялось имя Лаура? Всему виной игра слов, и идею эту мастер византийского возрождения подсмотрел у Леонардо да Винчи. За спиной у героини мастер изобразил лавровое дерево. Отсюда и имя – Лавр. Лаура. Многие исследователи с пристальным вниманием отнеслись к портретированной, пытаясь выяснить, кто эта незнакомка. Высказывались мнения, что на картине изображена знаменитая возлюбленная Петрарки – Лаура де Нов. Но известно, что она была блондинкой, а на портрете мы видим милую брюнетку. Также существует мнение, что Лаура – образ собирательный, или Джорджоне написал портрет куртизанки. Тем более, что самыми частыми псевдонимами у девушек с подобным родом деятельности были Лауретта и Лаура. Но в защиту данной гипотезы может служить тот факт, что Джорджоне был известным любителем любовных утех, по свидетельству Вазари. И еще один нюанс. Именно куртизанки предпочитали наряды с мехом к телу. На картине мы видим, что героиня облачена именно в такую одежду. Если сравнить картину с другими работами того времени, то можно отметить, что портрет достаточно скромен по размеру. Композиция картины не отличается особенным новаторством, а вот колористика, напротив, вызывает жгучий интерес. Многие исследователи любят сравнить стиль письма Джорджоне в этой работе со стилем Леонардо. Явное смягчение переходов за счет полутонов, светотеневые элементы, напоминающие леонардовское сфумато. На первый взгляд девушка на картине кажется простоватой. Круглое лицо с пухлыми щеками, прическа с ровным пробором, крупноватый нос. Однако упрямый взгляд, слегка поджатые губы и волевой характер героини, который сумел уловить Джорджоне, кардинально меняют отношение к ней. Свою героиню Джорджоне разместил на черном фоне. Лишь лавровое дерево вносит какое-то оживление, но тем самым кожа Лауры кажется еще белее, а образ становится более хрупким. Можно представить себе, что когда-то эта девушка была романтична и наивна, пока жизненные обстоятельства не закалили ее характер. Голову девушки покрывает косынка, при этом прозрачная ткань небрежно спадает на весьма открытое декольте Лауры, словно змея, обвивая грудь. Особый акцент приходится на меховое пальто. Насыщенный красный, винный цвет довершают стройную композицию. Все детально рассмотрев и изучив, окончательно убеждаешься. Лаура прекрасна, и только вздыхаешь от восхищения и созерцания этой безупречной красоты.